Операция по спасению людей проходила в районе села Стародубское в Долинском районе Сахалина. С оторвавшейся льдины сотрудниками МЧС России было снято 47 рыбаков-любителей. 23 человека были сняты вертолетом, 24 доставлены на берег с помощью лодок. Проведение спасательной операции усложнял плотный отжимной ветер. Все люди находятся в удовлетворительном состоянии, и все отказались от медицинской помощи. Также поступила информация, что близ города Корсакова в заливе Мордвинова со льда были сняты еще 20 рыбаков-любителей. Облет акватории в поисках людей продолжается.